сцеплений нет. Я уже потом увидел, что у вас американский автомобиль. Нужно ехать? Прошу вас документами. Как у всех. Как у всех. Водительская регистрационная. Что водительская регистрационная? Да? Что водительская регистрационная? Ну, предъявите. Для чего? Что? Для чего? Я что-то нарушил? Не знаю. Вас не пересмотр теперь номер назад. Можно вас на секунду? Езжайте. Что нарушил я? Инспектор. Подойдите, покажите удостоверение свое. Удостоверение покажите мне свое. Конечно. Не, вы едете без удостоверения номера. Я же не знаю, что у вас за автомобиль. Может, у вас украинская регистрация. Я же не знаю, что у вас американская регистрация. Я не против. Пожалуйста, да смотрите. Ну, я думал, у вас украинская регистрация, и потому нет переднего номера. Это я понял. Но потом вы увидели. А зачем вам документы мои? Стандартная процедура. Ну а в чем стандарт? Это предусмотрено законом? Что? Проверка документов в моем случае предусмотрена законом? Ну если отсутствует номерной знак. Ну я нарушил. Ну я же его спрашиваю. Мы с вами разговариваем. Номерной знак, если заводом заводом предусмотрен, его там нет. Это является нарушением. Если не предусмотрен, тогда нарушения нет. Нет, ну вы мне сказали, я нарушил. Я ж не знаю, это американский автомобиль, я, честно говоря, не знаю. На украинском, если автомобиль, который передвигается в Украине, должен быть спереди госномер и сзади госномер. Так вы мне, как инспектор полиции, объясните, сейчас я на территории Украины что-то нарушаю? Нет. Тогда на каком основании документы надо показывать? Вас спросили документы. Нет, я не против, я нет, хочу... Я ж вас не требую там еще никаких таких сверхъестественных действий. Я не про сверхъестественные, просто если это предусмотрено законом, я покажу, просто объясните мне, я же не против. Я могу показать только, чем вы регламентируетесь, когда вы меня их просите, если я ничего не нарушил. Нет, так вы слышите, суть в том, что просьба, не требует. Я же не требую от вас, я говорю, попросил. То есть вы просто попросили посмотреть, да, ради просто любопытства? Да, просто я просто не знаю, ну вот, совпадает ли этот номер американский с вашим автомобилем. Для себя вы просто хотели посмотреть, ну просто не по закону. В данном случае, да, но так у вас он не предусмотрен, как американский. А он не предусмотрен? Ну да, так не предусмотрен человек. Я остановил вас только потом, по той причине, потому что у вас не было УС номера. Я же потом, когда уже вы остановились, я увидел, что у вас автомобиль американец. То есть, я понял. То есть вы просто документы хотели просто посмотреть для себя. Не по закону, а просто для себя. Я правильно понял? Посмотрите, ну, просто посмотри. Это, ну, в данный момент, да. Просто интересно было. А, я понял. Я могу ехать? Покажи. Ну, просто. Просто показать документы? Не, ну я могу еще, если бы я с кем-то еще ехал, я бы мог трусы показать жены или еще что-нибудь. Да, ну ничего, ну по-нормальному разговариваю, ну зачем вот это, ну, утрировать? Да не, я не утрирую. Ну здесь есть сложность, нет, ну ничего. Просто я не понимаю, как это сотрудники полиции, пользуясь служебным положением, леденцом останавливают машины и ради личного любопытства нет, просят показать документы. Нет, это уже в итоге выяснилось, тут путать не надо. Изначально остановили, потому что объяснили причину. Я понял. Так как это не является. А потом любопытство уже взяло вверх. Ну, а что плохого хотелось бы попросить? Я понял. Ну ладно, если вы просто хотите посмотреть техпаспорт, у меня, кстати, его нету. Я вам покажу. Ну, свидетельство о регистрации. Ну, там понимать, ну тоже. Пожалуйста, раз вы такие любопытные, можете смотреть, возьмите. Спасибо. Знаете, что это такое? Что? Знаете, что это такое? Регистрационный документ. Нет. Нет. Знаете, что это такое? Ну, скажите. Ну, вот вы смотрели, вот почитайте. Ну, я же вижу, что это написано. Марка на дороге. Нет, ну объясните, если это не... Я расскажу вам. Объясните. Это гарантия на MacBook, который я купил в Америке, когда там отдыхал. Lotus написано. Какой MacBook? Там написано Lotus автомобиль. Да. Какой MacBook? Там написано Lotus автомобиль. Ну, значит, это регистрационный документ. Значит так, я американский не верю, так что судить. Счастливо. Что еще везут в Украину? Давайте посмотрим. Нашел я интересный тазик здесь. Пушиное колесо подкачать, будет как новое бегать.